Эй, дорогие друзья! О, смотрите, что у меня над головой! Нам это совсем не нужно. А что же нам нужно? А нам нужен детокс. Это программа, которая позволяет избавить организм от токсинов, очистить наш с вами кишечник, помочь восстановиться нашей печени, улучшить состояние кожи, а также проработать и почистить лимфу и нашу сердечно-сосудистую систему. И, конечно же, как бонус, убрать несколько килограммов лишнего веса. Друзья, мы стартуем 22 июня на 21 день. Кто со мной? Вперед! Кто не со мной? Встретимся после 12 июля и посмотрим о наших результатах. Всего хорошего, пока! Всем доброе утро. Вот мой первый день детокса начался на даче. Проснулся, выпил стакан воды с инулином. И сейчас пойду готовить белковый завтрак с приемом витаминов. Всем привет, дорогие друзья. Вот сегодня второй день детокса. Со вчерашнего дня была очень, скажем, большая активность, физические нагрузки. И, конечно, с непривычки, в связи с тем, что у меня сидячая служба. Вот. Я вчерашний день где-то, наверное, часов в 7 вечера упал в кровать. И больше не вставал до самого утра. Вот. Сегодня, конечно, активности такой нету, потому что сегодня был в пути за рулем. Вот. Но есть один нюанс очень интересный. Буквально вот сейчас в час пообедали. Время сейчас вот 4:30. Я очень сильно хочу есть. Хочу картошку, хочу макароны. Сейчас наготовил себе чечевицы с капустой сушеной. Покушал, вроде голод утолил. А так, все хорошо, идем дальше. Вот. Сразу хочу сказать, что зашел я с весом 104 килограмма. Мне самому интересно, какой будет результат. Вот. Естественно, я вас об этом оповещу. Вот. Ну и хотел бы показать то, с чем я зашел. Это наш Double X. Это B-комплекс. Это смесь пищевых волокон. Это, конечно же, печень актив, который бесподобно помогает нам восстанавливать печень. Это жевательные таблетки с волокнами. Смесь пищевых волокон. Омега. Вот. И, конечно же, здесь в пакете стоит протеин. Я уже когда-то завтра на службу с собой тоже взять. Вот. Так что так вот. Мне вообще нравится, ребят. Не было у меня таких нагрузок очень долго. Сейчас я их ощутил. Даже понемножку начинаю кайфовать от этого. Вот. Ну что, дальше буду рассказывать тихонько. Пока. Добрый день, дорогие друзья. С вами снова я, Пироков Андрей. Я продолжаю рубрику о том, как я прохожу программу Detox с брендом Nutrilite от компании Amway. И вот уже прошло 4 дня. Скажем, третий день мне пришелся на службу, где я посуточно присутствую. И я думал, будет, конечно, сложно с казенным питанием. Но благодаря нашим кураторам, они нам подсказали, что нужно делать в этом случае. Да? Вот, я просто-напросто, скажем, не потреблял суп и картошку, не взял какой-то гарнир и усилил все это, допустим, протеином. Вот, так что у меня все получилось, все хорошо. Вот. Соответственно, после службы я поехал, мне нужно было съездить по делам в Подольск. Я почти полдня просидел за рулем. Не было такой большой физической активности. Но, скажем, режим питания я удержал. Вот. Вечером немножко позанимался тоже физически. Сегодня начался пятый день. Я проснулся в 5:30 утра. В 5 часов я уже позавтракал, сходил, искупался, сделал небольшую разминку, то есть физические нагрузки. Сейчас я в хорошем, скажем, состоянии, полная энергия, хочется что-то делать, так что идем дальше. Я, да, хочу сказать, что за эти 4 дня уже есть колоссальные изменения, о них я сейчас говорить не буду, я скажу это в конце программы, чтобы было так вот все аккуратненько, по полочкам, да? Вот. Так что все, до новых встреч. Добрый вечер, дорогие друзья, снова с вами я, Андрей Перваков, и я продолжаю рубрику прохождения программы Detox. И вот сегодня к концу уже подходит пятый день. Собственно говоря, все параметры по этому дню я сегодня выполнил. По питанию, по физическим нагрузкам, вот, по воде. И мне хочется для вас открыть сегодня буквально два секрета. Два секрета. Первый секрет. Наши программы Detox от компании Amway, они чем хороши и в чем их преимущество? Здесь есть кураторы, то есть те люди, которые ведут вас по всей этой программе индивидуально. То есть, учитывая все ваши жизненные примочки, потребности в питании, там или еще что-то, физических нагрузках и так далее, они индивидуально вас консультируют. Дают направление, дают, что на что поменять, что чем заменить и так далее. Вы не представляете, как это классно. И здесь я хочу, конечно, сказать огромную благодарность нашему куратору. Это Таракановой Галине. Она специалист в области функционального питания, нутрициологии. Вот. И хочу поблагодарить также коломенских девчонок. Это Коновалову Галину, это Амету Елену, это Буфееву Галину. Они тоже находятся в этом направлении. Ганину Олю. Вот. Думаю, что я никого не забыл. Это те вот девчонки, те кураторы, которые ведут группу Detox в разных направлениях. Вот. Почему в разных направлениях, я сейчас скажу. И вот здесь вот второй секрет. Та программа, в которой я нахожусь, она подразумевает под собой запуск метаболизма нашего организма. И, соответственно, здесь подразумевается большое количество потребления белка. И что это дает? Это дает возможность в этой программе кушать мясо, не отказываться от него. Вот. Отказаться, скажем, от глютеносодержащих продуктов. И вы не представляете, какой это кайф. То есть я раньше никогда не завтракал, а сейчас у меня получается такой обильный плотный белковый завтрак. И при всем при этом я начинаю терять вес. Программа суперская, бесподобно. Идем дальше. До встречи. Всем доброе утро, дорогие друзья. С вами снова я, Перваков Андрей. Вчера прошел 6-й день нашей программы Detox. И вот мне хотелось бы сказать, какую силу все-таки дает протеин. Даже не то, что силу, энергию, но еще и возможность. То есть благодаря тому, что мы восполняем белок в своем организме,
у организма уже нет потребности в том, чтобы добавлять какие-то дополнительные энергетические моменты, так, типа плана кофе там, или еще что-то. И для меня было удивлением, конечно, то, что все вокруг меня считали заядлым кофеманом, но я вот 6 дней уже не пью кофе вообще. Как-то даже очень странно. Вот. Оно само по себе вот почему-то так вот пришло. Сегодня я еду на службу. Сегодня будет 7-й день недели, это 3-я часть программы. Вот. Ну и, соответственно, на службе у меня казенное питание. Я уже к этому подготовился. Взял с собой протеинчик, чтобы усилить. Вот. И, пожалуй, вот так вот. На этом пока все. До новых встреч. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами снова я, Пиваков Андрей. Сегодня проходит уже 8-й день программы Detox. Я иду в штатном режиме, выполняю то, что рекомендуется. Все отлично. И мне хотелось бы сказать сегодня, знаете что, вот эта программа, это не только, скажем, достижение каких-то целей в плане очищения организма, допустим, похудения, да, это также очень хороший инструмент для приобретения новых привычек. И в частности, мне хочется сказать, что вот одна из наипервейших, наверное, привычек хороших, которые мы должны просто приобрести, и нам это необходимо, нашему организму это необходимо, это достаточное потребление воды, то есть поддержание водного баланса. И здесь вот, собственно говоря, нам рекомендуют в день выпивать, ну, практически 2,5 литра воды. Смотрите, да? Изначально это кажется, что это невозможно, что это сложно, но хочу вас уверить, что вот буквально перед программой Detox за несколько месяцев я попытался это сделать, у меня получилось. И сейчас уже на протяжении долгого времени я иду в этом режиме, потребляя как минимум 2,5 литра в день воды. Что это дает? Ну, это дает, скажем, так как сейчас лето, первый признак того, что у вас, допустим, может быть обезвоженный организм, это сухость во рту, это сразу говорит о том, что необходимо пить воду. И причем самое интересное, что пить не просто воду, не просто очищенную воду, а чистую воду. И моя рекомендация, конечно, будет какая? Именно воду из-под нашей системы очистки воды Spring. Это легендарная аппаратура, легендарная система, которая продается уже во всем мире. И вот она эта система дает именно чистую и полезную воду. Ну что, на этом все. До следующей встречи. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня снова с вами я, Пиваков Андрей. И сегодня идет 12-й день программы Detox. Я тут буквально на пару дней выпал, потому что повредил поясницу. Был не ходячий 2 дня. Вот. Было сложно все это делать, адские боли были. Но, слава богу, сегодня я в себя пришел. С дочкой, с женой мы гуляем в нашем обновленном парке. Вот. И что мне хотелось бы сказать, дорогие друзья. В каком-то видео я изначально сказал, что есть уже результаты, вот, но я их озвучу позже. И сегодня я передумал, я хочу сказать об этих результатах. Думаю, потому что это многим поможет, кому это интересно. На третий день, поехав на службу, я ремень застегнул на одно деление меньше. И вот, собственно говоря, по сей день я с такой застежкой ремня так и хожу. Это один момент. Вот. Получилось так, что даже зайдя в раздевалку, для меня было сложно, допустим, нагнуться, завязать шнурки там или еще что-то. И вот, приехав на службу, я нагнулся, я так чувствую, что мне все так хорошо, все так классно, я спокойно завязал шнурки. И опа, я вот это здорово. То есть низ живота у меня куда-то уже ушел потихоньку. Вот. Что еще? На 4-й день, на 5-й, у меня была очень серьезная проблема со сном на протяжении порядка уже 5 лет. Это стал момент, когда у меня умер родной брат. Видно, вот это, скажем, нервные переживания и тому подобное каким-то образом отразились. И я всегда просыпался 00:30 в час ночи и, собственно говоря, бодрствовал до самого утра, до 5-6 часов утра. На 4-й день я лег спать. Даже не на 4-й день, на 1-й день я лег спать, когда была очень высокая активность, где-то часов 8 вечера, проспал практически до 6 утра, не встававши. Вот. И потом, начиная с 4-го дня, у меня сон именно таким образом идет, то, что я ложусь спать, допустим, 8-9 часов, просыпаюсь в 4-5, то есть это уже нормально, то есть это уже количество времени, необходимое для сна, вполне удовлетворительное, то есть на восстановление организма и тому подобное, то есть уже получается порядка 7-8 часов, то есть вообще суперски классно и, конечно же, потрясающе, скажем. Изменения дальше происходят, ушли килограммы, сколько говорить, вот это сейчас не буду, скажу в конце программы. Вот. Ну, я думаю, вот по моим щекам уже видно, да, результат, то, что скулы начинают впадать, это уже, скажем, есть потрясающий эффект вот этой программы Detox, причем с присутствием мяса в рационе. Ну что, дорогие друзья, до новых встреч, увидимся дальше, пока. Всем привет, дорогие друзья, снова с вами я, Андрей Пиваков, и опять же на сегодняшний день рубрика программы Detox, сегодня 13-й день. Он только начался, и я хотел бы еще раз, скажем, поговорить о привычках, которые мы приобретаем в процессе этой программы. И вот одна из этих привычек, это, наверное, будет ближе всего к тем людям, которые имеют сидячий образ жизни, у кого есть автомобили, вот, в частности, у меня, и я всегда в магазин ездил на машине. Говорят, вот у нас садился, ехал там буквально за 500 метров, сходил в магазин, купил себе машину, приехал обратно. Вот. Здесь же мы приобретаем привычку какую-то, что у нас есть, скажем, подконтрольное время, или, как это сказать, условие, что мы должны пройти 10 тысяч шагов, мы их начинаем выполнять, и в процессе мы начинаем понимать то, что вот, ну, значит, до ближайшего магазина мы пойдем пешком. То, что я сегодня, в принципе, и сделал. У меня пришел заказ, шуруповерт я заказал. И вот, скажем, на сегодняшний день у меня уже пройдено, время сейчас 11:02, а у меня уже пройдено 7127 шагов. То есть я просто взял, прогулялся. И... Хотя я вам хочу сказать при условии того, что я очень плохо переношу жару. Вот, на меня это пагубно влияет каким-то образом, не знаю. Я теряю энергетику, я сильно устаю. И вот здесь нам на помощь приходит, конечно, вот этот комплекс, который находится в составе функционального питания, набора функционального питания WX. Выглядит он таким-то образом. Но это, собственно говоря, то, что я себе отобрал на программу Detox. Я периодически утром, вечером, в обед это все дело принимаю. Но я вам хочу сказать, что, ребят, вот
любая диета, в кавычках, она подразумевает под собой отказ от чего-либо. И зачастую происходит так, что люди, отказываясь от чего-то, это не восполняют, и происходит такой, скажем, нехороший момент, как стресс организма. Стресс организма – это что? Повышение гормона кортизол, это гормон стресса, и он за собой влечет какие последствия? Он сразу начинает напрягать поджелудочную железу, значит, кишечный тракт, печень опять за тобой тянет, щитовидную железу и так далее. И в итоге получается, что вот эти все органы у нас за счет стресса начинают просаживаться. А если они начинают просаживаться, значит, организм начинает по-другому работать, значит, он по-другому вырабатывает инсулин там, и тому подобное. То есть здесь очень-очень-очень много всяких реакций, которые происходят, ребят. Вот. И в итоге человек просто-напросто устает. И вот я на себе это ощутил, то, что вот плохо перенося жару в программе Detox, я включаю в себя вот этот комплекс Double X, который целиком полностью практически восполняет суточную дозу того, что мы теряем, это минералы, это витамины, это фитонутриенты и так далее. Да? Вот. И я, допустим, вот этот путь, вот этот манер, или, скажем, марш-бросок, я совершил, пропотел, соглашусь с этим. Вот. Не без этого, но я пришел с достаточным, скажем, достаточными силами пришел домой, зашел под душ, сейчас, собственно говоря, я общаюсь с вами после душа, и это говорит о том, что вот именно вот этот комплекс, он потрясающе работает на, как на энергетику, как на восполнение вот этих энергетических каких-то сил и тому подобное, да, вот, и, конечно же, это очень здорово восполняет то, от чего мы, собственно говоря, отказываемся в процессе программы, вот. Так что, дорогие друзья, обратите еще раз внимание, это самый мощный и самый сильный на сегодняшний день мультивитаминный, мультиминеральный комплекс Double X. Ну что, до следующего дня, всего хорошего. Добрый день, дорогие друзья! С вами сегодня снова я, Андрей Пиваков. И тематика все у нас та же, прохождение программы Detox. Сегодня пошел уже 16-й день. Есть хорошие результаты, которые мне нравятся. И мне сегодня хотелось бы, знаете, какую тему затронуть. Мало кто знает, наверное, что у нас в толстой кишке может накапливаться фекалий аж до 30 килограммов. Вот. То есть это те, скажем, вещи, которые сразу не выходят из организма, постепенно накапливаются, каменеют и, собственно говоря, утрамбовываются в нашей толстой кишке. Вот. И вот здесь нам на помощь придут вот такие вещи, очень интересные продукты от компании Nutrilite, как, допустим, смесь пищевых волокон с инулином. Вот такая коробочка. Что это имеется в виду? Есть вот такие саше. Вот. Вот эти вот волокна с инулином мы принимаем по утрам на тощах, разбавляем в стакане воды, сока, допустим, там еще в чем-то, вот, и выпиваем. Благодаря этому мы запускаем очень хороший процесс метаболизма, и, соответственно, мы запускаем свою кишечную флору, скажем, полезные бактерии, микрофлору, начинаем подпитывать и так далее, да, вот. И здесь также нам на помощь приходят жевательные таблетки смесь пищевых волокон, и вот именно они работают как раз очень здорово на очистку желудочно-кишечного тракта, именно стенок кишечника, толстой кишки, чтобы вот эти все наши волоски высвобождались, которые принимают питательные вещества в свой организм. И вот я вам хочу сказать, что это, конечно, те продукты, которые нужно взять за основу для постоянного применения, потому что хотим мы не хотим, получается так, что, скажем, образование продуктов отхода от нашей жизнедеятельности получается гораздо больше, чем, допустим, мы высвобождаемся. Вот. И вот эти продукты нам в этом отношении очень здорово помогут. А так, погода сегодня жаркая, мы приехали на дачу, я вот скрываюсь в деревянном доме, здесь хоть какая-то немножко прохлада присутствует, вот, мы здесь с супругой спрятались, она через стеночку, вот, Арина, она теплолюбивое растение, она на втором этаже, там парилка не знаю какая, вот. Ну что, дорогие друзья, будем ждать конца программы, потом подведем все итоги, посмотрим, что из этого получилось. Всем хорошего, всего пока. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Андрей Перваков, и мы продолжаем тему программы Detox. Вот позади еще два дня, сегодня 19-й день этой программы, я сегодня на службе. И мне хотелось бы сегодня поговорить о таком важном органе нашего организма, как печень. Собственно говоря, сама программа, она направлена на то, чтобы очистить наш организм от токсинов и тому подобное, да? Но печень, она берет на себя очень огромный удар тоже по выведению токсинов, она все это дело фильтрует, очищает, вот, и тому подобное. И поэтому она нуждается в дополнительной помощи. И вот здесь на помощь для печени приходит вот такой вот интересный препарат, вот бренда Nutrilite, это печень актив. Прошу прощения, рация. Печень актив. И чем хорош этот препарат? Ну, сразу хочу сказать, что самое мощное на сегодняшний день растение по защите печени – это расторопша. Вот. И вот в этом препарате здесь находится смесь аж трех растений. Это расторопша, корни одуванчика, концентрат куркумы, и также находятся такие интересные концентраты, как грейпфрут, мандарина, вишня, ацеролы. И плюс ко всему, здесь еще находится 5 витаминов группы В. И вот это, то, что я держу в руках, это очень высококачественная формула, которая позволяет не только помогать печени, но и помогает ей регенерироваться, то есть потихонечку восстанавливаться. Вот такой хороший у нас препарат для печени. Ну что, дорогие друзья, осталось буквально 3 дня до окончания, скажем, нашей программы Detox, это будет понедельник. Ну и тогда мы уже там посмотрим, каких результатов мы добились, что из этого получилось. До скорой встречи, пока. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня снова с вами я, Андрей Перваков. Как я обещал, сегодня мы идем по тематике программы Detox. 21-й день. Я с утра приехал на дачу и, скажем, сегодня Галя Тараканова дала задание в конце этой программы отчитаться, сделать обмеры, замеры, взвешивания и тому подобное. Вот, что мы сегодня, в принципе, и сделали. Но, как я обещал, в первую очередь я хочу сказать, что нам еще помогло, скажем, в этой программе. Есть такой очень уникальный
комплекс, то есть B-комплекс, это суммарное количество витаминов B в одной таблетке, плюс фолиевая кислота, плюс еще одна кислота, которая позволяет нам, скажем, себя поддерживать в здравии. И для чего это нужен B-комплекс? Сразу хочу сказать, что в программе есть определенный отказ от какого-либо питания. И для того, чтобы вот этот стресс с организма снять, конечно, присутствует вот этот комплекс B-комплекс. То есть это снижение вот этой стрессовой ситуации, это, конечно, желудочно-кишечный тракт, скажем, определенная флора, в котором он играет существенную роль. И, конечно же, это наше нервное окончание. То есть, опять же, вот я возвращаюсь к стрессовой ситуации, которая у нас происходит и так далее. То есть это все B-комплекс решает целиком полностью. Вот. Что дальше? Дальше я хочу, скажем, от всей души, от всего сердца поблагодарить Галину Тараканову. Это специалиста в области функционального питания. Это наш куратор в этой программе. Это человек, который мне нравится тем, что он очень лояльно и очень корректно относится ко всем участникам программы, невзирая на все их характеры, претензии, там, может быть, или еще что-то, да, может быть, какие-то недопонимания и так далее. Галя, она все это воспринимает очень чутко, очень аккуратно и дает, скажем, обратную связь тоже в этом отношении, чутко и аккуратно. Поэтому здесь, скажем, если какие-либо недовольства возникали с нашей стороны, может быть, или еще с чьей-то стороны, они очень четко в этом отношении сглаживались, вот, выходили на новый уровень и потихонечку все это выравнивалось. То есть, Галя, ты супер, вот, тебе респект очень огромный. Я рад находиться, скажем, в программах, которыми ты руководствуешься. Вот. И всегда-всегда буду рекомендовать тебя как большого специалиста в этой области. Вот. Теперь, друзья, что касается, скажем, самой программы. Ну, начнем с того, что я в эту программу зашел с весом 104 килограмма, объем плеч 130, объем груди 116, объем талии 115, запястье 20,5 и щиколотка 24,5, рост 178 сантиметров. За весь этот период, что произошло? Значит, объем плеч не уменьшился, объем груди не уменьшился, запястья упали буквально на пол сантиметра, и щиколотка осталась в той же норме. С чем это связано? Это связано с тем, что за период программы я делал обязательную физическую нагрузку на спину, руки и плечи. Именно поэтому у меня осталось все в этих размерах, в этих параметрах. Но что произошло, допустим, с талией? Талия, я заходил 115, сегодня я померил, талия у меня 104, то есть это получается фактически минус 9 сантиметров, и, соответственно, вес. Я заходил 104 килограмма, сегодня я взвесился, у меня 99,5 килограмма, то есть минус 4,5 килограмма, я считаю, это вообще супер, при такой программе, которая позволяет не отказываться от мяса, причем потреблять его аж трижды в день, то есть это вообще, я не понимаю, этот нос, ребят, вот, это для тех, кто, допустим, потребляет мясо и так далее, это вот сила какая-то неимоверная. Что еще? Я был заядлый кофеман. За 21 день я эту привычку немножко сменил. Я отказался практически от кофе совсем. Вот сегодня утром я буквально позволил себе приехать на дачу и утром выпить чашечку кофе с женой за компанию. Мне это было очень, скажем, ну, скажем, классно и интересно, да, вот, потому что я говорю, 21 день я кофе не пил. И я говорю, составлю жене сегодня компанию. Мы заварили наше амвейское кофе, выпили его. Вот. Что еще? Один такой очень интересный момент, который меня вообще поразил. 6 лет назад у меня в час ночи умер родной брат. После этого в моем, скажем, подсознании, в моем организме создался какой-то барьер, какой-то, скажем, непонятный симптом. То, что я все эти 6 лет просыпался в час полвторого, полпервого ночи, до 5 утра я колобродил, все находился в каких-то думках там и тому подобное. В 5 часов, может быть, маломальски я как-то засыпал, буквально на полчасика, на час, это какая-то вот дремота непонятная, просыпался, разбитый, выходил, скажем, в свет Божий в новый день, допустим, ехал на службу в таком же состоянии, и вот это все происходило в течение 6 лет. Что произошло сейчас в эти 21 день этой программы? Друзья, я вообще просто, конечно, поразился. На третий день я упал в сон. 8-9 часов вечера, я проспал до 5 часов утра, не вставая, скажем, то есть вот это беспокойство куда-то ушло, это как раз вот как работа, наверное, вот этого нашего B-комплекса, плюс совместно с нашим мультивитаминным минеральным комплексом WX, то есть они воедино все это вот выполняют такую очень огромную функцию, и вот эти изменения, они очень заметны, да, то есть я себя сейчас начал намного лучше чувствовать, я начал высыпаться, я начал утром, скажем, вставать полностью теми силами, которыми меня, скажем, к утру они приходят, вот и так далее. Что еще? Да, в этой ситуации, вот когда я, скажем, брата похоронил, получилось так, что в этот период времени, вот именно, допустим, с часу до 3 ночи, у меня постоянно пульс выскакивал до 106-110 ударов в минуту. Я не могу объяснить, я не знаю, с чем это связано. Ходил к врачу, говорили, что это психосоматика. Я с этим соглашусь. Но, ребят, в этот 21 день, 21 вот этой программы детокс, которую я прохожу, с начала программы, начиная со 2-го дня, у меня пульс. Есть программа, которая все это фиксирует. Если интересно будет, я все это покажу. Вот. На протяжении 21 дня мой пульс, он идет в параметрах 65-78 ударов в минуту. То есть это вообще, это нонсенс, конечно. Я не знаю, как это вообще объяснить, но видно, так это работает программа, да? Видно, так работают наши витамины, которые нам приносят вот такие вот потрясающие результаты и тому подобное. Вот.
И, конечно же, мы подходим к тому, что я зашел 104 килограмма. Сегодня я взвесился, это получилось 99,5 килограмм. Соответственно, объем талии при заходе в программу у меня был 115. Сегодня я померил это 104. То есть, смотрите, ребят, за 21 день минус 9 сантиметров объем талии и минус 4,5 килограмма. Это, я считаю, вот для меня это превосходные результаты, которые можно рекомендовать людям, тем, именно которые не хотят отказываться от мяса, но хотят, скажем, постройнять, принять какие-то формы, скажем, другие и тому подобное. То есть, этой программе я даю респект по полной. Вот. Еще раз благодарность Галине Таракановой, потрясающей души человек, никогда ничем не обидит, ни словом, ни реакцией, а только поддержит и всегда с вами будет на связи. Даже сейчас, когда мы сегодня сделали отчет, она мне отписалась и, скажем, написала, если будут какие-то вопросы, потому что сейчас уже набирается другая программа, Андрей, ты всегда пиши, задавай, вот, если что-то не так, мы с тобой проконсультируемся, там, и тому подобное. То есть, ребят, двойной респект этой программе. Все, всего хорошего, я доволен, пока.